Томас Липтон еще до того, как он стал сэром, придумал возить чай из Индии самостоятельно. Он купил плантации на Цейлоне и сделал благодаря этому чай доступным для всех напитком в Англии. Он разбогател, а так как в жизни он больше всего любил чай и море, он построил яхту, чтобы выиграть панамериканскую регату, которая проходила раз в 5 лет. Он участвовал в ней 5 раз и 5 раз приходил вторым. 5-й раз он пришел вторым, когда ему было 75 лет. Ему вручили кубок, который был в 2 раза больше кубка победителю, на котором было написано «самому симпатичному неудачнику в мире». Каждое воскресенье в 23:00 «Лица» с Сергеем Томашем. Наступает ночь на дожде. Дождь. Оптимист. Смотрите в базовом пакете НТВ+.